говорит и показывает, видите, и Аришка представляет, после дождя, громе молнии, я пытаюсь зафиксировать молнию, это небезпечно, дуже небезпечно, опасно, но уже подальше очаг дождя, туч, поэтому вот радуга, веселка, видно красивая, да, я на плитах Вишенского озера. Ну и вижу, что многие пробуют снять, да, я попытаюсь, я никогда это еще не пробовал, думают, ох, это небезпечно, телефон притягивает молнию, это точно. Вот интересно, получится или не получится такое видео. Сегодня 29 у нас, да, июня. Ну, дождь был мощный, я даже поплавал, так чудесно. Прекрасно, теплейшая вода в озере, морская, конечно. А, вот веселка, ой, какая радуга шикарная. Ну вот, о, наверное, попала молния, да, но главное, чтобы не в телефон, да, тоже. Ой, как красиво, вообще необычно после дождя. И я не один плавал, еще были пловцы здесь, так, и хорошо, вот сейчас есть такая возможность мне снимать, ну просто шикардос, я, ух ты, там в основном молния, я покажу, что делается вокруг, вот тут молодежь, ой, красиво, конечно, шикарно, и тут вообще просто солнышко яркое, красивое появилось только, потому что были тучи, я попал под дождик, да, ну небольшой, он теплый, летний, он прекрасный, освежающий. Ну, все, внимание, давайте молнии зафиксируем, попробуем поймать, увидеть вот так подальше, она там, веселка, радуга, радуга-дуга. Ух, конечно, телефон притягивает, да, мы это знаем. Я его выключал, ну, думаю, ух ты, есть, наверное, попало, да, но уже так подальше, поэтому дождь и тучи, поэтому я думаю, что мы увидим обязательно. Сейчас я вот так, опа, видно было, да, поймали. Ну, их там много, часто, ух ты, о, красиво как, да. Но все равно оно безопасно, я рискую, рискую, дорогие, ради кадра. Но у меня здесь такой домик, крыша, да, я все равно под крышей, даже когда плавал, рисковал. Поэтому все ради своих зрителей и подписчиков, дорогие мои. Ценный контент. Очень ценный и небезопасный. Но еще чуть-чуть, да, попробую, потому что, ну, ух ты. Красиво, да? Ну и ребята тоже пытаются снять, не только я. Тут есть еще тоже такие любители экстремальной съемки. Там их сколько? 3 человека. И там вероятность большей опасности. Но сейчас я приближу максимально. Вот интересно будет только небо. Интересно, вот угадаю. Да, угадал, есть чуть-чуть. А ну подальше так чуть-чуть. Вот так сделаем. Такие кадры я еще не делал, такую съемку. Конечно, можно сделать нарезку. А, можно ускоренную сделать, точно. Я потом сделаю ускоренную. Ух ты. Шикардос, конечно, с радугой. Чуть-чуть ускорю на полтора. Можно и под музыку сделать. Так, чтобы не мешать вам своим волосом. Красиво, интересно. Ну, давай молния такая. И гром тут не слышно, а молния... Видно хорошо, да? Еще чуть-чуть. Ой, смотрите, какие утята классные. Эй, это вообще супер.
утиные истории наши продолжаются. Блин, пропустил молнию. А вон еще уточки летят. О, попалась. Красивая. А еще уточки. И эти уходят. Ай, красавец. Опа, есть, есть, была молния. Thank you.